Приветствую всех! Сегодня очень короткий ролик про предназначение. Попробую сказать о нем в трех словах. Что для меня это такое? Где взять это предназначение и как понять, зачем мы здесь? Я бы посоветовал делать три простые вещи каждому человеку. Первое. Мечтать. Мечтать о своих целях, задачах, о тех желаниях, которые вы хотите достичь. Где вы хотите жить, кем вы хотите работать, чем вы хотите заниматься в своем любимом деле. Помните, что когда-то один из великих людей мечтал о компьютере сложенном в кармане, так появился ноутбук, которым мы сейчас все пользуемся. Другой мечтал о электромобиле, на котором можно будет ездить очень долго без подзарядки. Я не буду сейчас об этом обо всем говорить. Вы и так знаете, все начинается с мечты. Путь номер два – это, конечно же, рассказывать людям о своей мечте. Какая бы она ни была сумасшедшая, какая бы она была неосуществимая, вполне возможно, что только каждый сотый, может быть даже еще реже, вас услышит, вас поддержит, и вы поймете, что вы не одиноки. И вот это вот говорить людям, давать им обратную связь, говорить о том, что вы мечтаете, искать единомышленников и получать от них обратную связь – очень важная вещь в достижении своего предназначения. Ну и, конечно же, начать делать абсолютно бескорыстно. Я не знаю, что это будет. Для кого-то это будет мастер-классы, кто-то поделится своим умением. Для кого-то это будут какие-то, там, не знаю, круглые столы и семинары, вебинары о тех знаниях, которые он приобрел. Делитесь с людьми, вы поймете, насколько вы становитесь компетентны. Вы поймете, насколько это ваш путь, вам люди обязательно скажут об этом. И, конечно же, вы увидите лица тех людей, которым так были нужны ваши знания. Это будут первые три шага на пути поиска своего предназначения в жизни. Я когда-то их делал и делаю сейчас. Мне это очень и очень помогло. И помогает и по сей день. Делюсь с вами этими знаниями от души и с любовью. С вами был я, Николай Соловьев.